Настоящая электромамми с безумно надменным и в то же время так манящим характером. Верховная жрица великого храма Нарукаме, потомок рода Кицуне, фамильяр электроархонта и главный редактор издательского дома Яэ, собственной персоной Яэ Мика. Уф, честно, я даже ничего не хочу говорить про Яэ. Просто хочется смотреть и... все. Но, думаю, наверное, стоит все же обсудить столь прекрасную женщину. Это топ причин любить Яэ Мика. Погнали! Почему она тебе нужна? Ты просто посмотри на нее. Это не аргумент? Ну ладно, ладно. Начнем мы, конечно же, с внешности персонажа. И тут просто словами не описать. Ушки нашей Кицуны просто великолепны. И да, это именно ушки, а не волосы. Прошу не путать. Тем более на них красуются великолепные сережки, добавляющие величия к и так достаточно величественной Яэ. Наряд, передающий важность персонажа и подчеркивающий все прелести и достоинства лиса жены. Не могу не обратить внимания и на изображение Сакуры, нежно вписанное в ее наряд. Сочетание красных и розовых тонов в образе Яэ Мика идеально сбалансированы и делают ее просто персонажем, которым можно наслаждаться внешне, и больше-то ничего и не нужно. Как же она ставит тотемы, как же это великолепно. За этим можно наблюдать вечно. Легким движением, особо не напрягаясь, она ставит свои убийственные турели, которые вынесут с поля боя всех негодных соперников. Хм, да, о чем это я? Ульта. Не побоюсь этого озвучить. На мой взгляд, одна из самых красивых ультимативных способностей персонажей во всей игре. Где-где, а тут разработчики сделали все, чтобы мы получали визуальный оргазм. А может и не только визуальный, ну, тут как пойдет. Да что там говорить, даже обычная атака с руки, этот великолепный взмах волшебной палочкой, уф, мурашки по коже. Ты все еще смотришь это видео и до сих пор не выбил лиса жену? А ну бегом крутить баннер, если ты думаешь, что она тебе не нужна, она тебе нужна.